Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и очень много подписчиков. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Мы скачали новый пак, называется Five Nights at Candy's 2. Серега будет спамнить, будем смотреть вместе с вами этот пак и изучать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Кэт, я тут. Ха-ха, смотри, Ди. Я рад, это Рэд. Серега, он как-то странно ходит. О, они быстро могут бегать. Они вовнутрь. Пацаны, спрыгивайте, сыкуны! Ха-ха-ха, боятся спрыгивать. Ай. Давай, следующий. Они могут быстро эти коты бегать. Интербланк, я бланка спауню. Давай еще. Так, отлично. О, внизу. А, блин. А что они такие стрёмные кукольные? Ого, Сереженька. Вот это я их боюсь. Мужики, отстаньте от меня. Я спауню Честера, ребят. Так, Честер пошел. Ну что, что-то еще много нас было. Может, хватит для первой волны, Серега? Ну да, давайте, разбегайтесь. Да тут уже нормально, да и так. С вами. Так, Кэт ходит, ищет. Серега. Они вовнутрь что-то не забегают, вы заметили? Они вот внутри. Мужики, я тут. Не, они забегают и не забегают. Я вижу, коты ходят. Кстати, надо с ними записать еще какой-нибудь новый ролик. Может, в комментариях напишут, что именно. А, тут еще есть всякие аниматроники, еще не все это. Димас. Да. Они слегка зависли. Это нормально. Они как-то стучат. Может, давайте какое-то оружие возьмем, немножко им поможем. Ой, что-то подлагало, пацаны, больше не буду стрелять. Ой-ой-ой. Ребят, ну что, зашел я в Гаррис Мод, а пацаны присоединяются. Пока не заходят, я сам себе их наспамню. Потому что я их боюсь, но не очень. Так, два обезьяну ты ставил, вот это хочу посмотреть. О, тихо! Сейчас аниматроники будут валить подписчиков, которые заходят. Так, я внутри поставлю. Так, вот здесь вот. О, прикольно ходит. Димас, можно не надо? Может надо? Она даже дверь открывает, офигеть. Надо, Федя, надо. Так, смотри. Так, кого же убить? Смотри, не видит тебя, что ли? Так не по жопе бей, по жопе. Она не видит. Прикольно рука сделана. Прям вот видно какие-то микросхемы там. Чё-то тупи, да, немножко? Давай еще одну поставим. Во, пошла. Никита, молодец. Пацаны, все заходим в пиццерию. Мы здесь тусуемся. У нас тут дискотека аниматроническая. Вечеринка в пиццерии. Да. Еще один пошел, смотри. Три котяры. Прикольно, да, звуки издают? Такие лапы металлические. Ну. Смотри, сейчас побежит резко. Че ты как это, как гопник бегаешь? Опа, но! До следующего. Прикольно. А, это как мы играли в FNAF 2. Так они просто шагают, а когда они тебя видят, они начинают бежать. Блин, это круто. А давайте проверим, какой радиус. Чё-то боюсь. О, ух ты, рядом про... Ух ты, блин! Вот это классно, аниматроники. Вот этого посмотрим. А? Чё там, пацанов моча, да, уже? Во, смотри, какой коня... Серега, смотри, какие челепиздрики тут есть. Сейчас я этих поудаляю, смотри. Чё там? Челепиздрики. Уходите, пацаны. А, за жопу укусил. Это какие-то пингвины, что ли? Да. Блин, я люблю новые паки. Тихо, я вас поставил, не убиваю. Ты видел, какой скример? Ой. Так, я живой. А, он просто меня пугает. Ладно, давайте других поставлю. Ого, их наставил, ничего себе. Вот эти классные. Нет. Нет. Это страшный. Все-таки вот эти мне понравились, аниматроники, очень круто. Так, стойте, на голове не надо сальтухи крутить. Это какие-то манекены, да? Я первый раз таких вижу. Визерет бланк. Но они какие-то пассивные, Димас. Ну давай посмотрим, что они дальше будут. Может, какое-то время надо подождать? Может, как-то раззадорить их надо? Они вообще дамажат? Нет. Они что-то
грустные какие-то. А ну дай подожди, что он будет мне делать? А ну вот, мужик, я тут. Димас, они инвалиды. Это инвалиды? Ну да, ну смотри, у них рук нет. Хорошо, сейчас вам других инвалидов поставлю. Как вам такие инвалиды? Ой. Ой, какие сильные. Крыса, бегите от крысы. Так, ну что, ребята, вот столько хватит, я думаю. Ух ты. Кстати, эта крыса чем-то на Фокси похожа. Или на Спектрапа. Подожди, что они тупят? Вы что тупите, мужики? Они резко начинают бежать. Смотри, смотри, увидел меня. Так, 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 так. Странно, а можно сзади обойти, можно его? Можно сзади его держаться, он не увидит. Ах ты, блин. Хорошо. Ребята, ставлю на улице много аниматроников. Вы готовы? Ой. Они, короче, дискотеку устроили, ничего не делают. Да, просто стоят и не гоняются. Очень. Они за мной гоняются вокруг. Во, вот этот вообще мужик быстрый, мне нравится. Меня зажали. Вот это классный. А, не, они потом медленно ходят. Так, не понял. А ну вот эти будут гоняться быстро? А, из-за них тень какая-то стрёмная. Видите, пацаны, появляется на карте? Да-да-да. Артефакты. Да. Артефакт. Мы сейчас это догадаемся. Это марионетка. Нет, это лучше. Это Пурпугай. Они чё тупят тут, пацаны, идите. Во-во-во, пошли мои. Это мои солдаты. Они убивают всех. Сейчас мы их наставим здесь на карте. Сейчас будет война. Вы думали просто так все? Так, тихо-тихо, пацаны, не лагайте. Пошел еще один. Отлично. Ну что, вы готовы? Ай, блин! Да. Они же меня и убили, мои солдаты. Ах ты, блин! Да что? Люди... пацаны, мстите им. Я убил. Ого, тут уже кровища. Ого, что тут за оружие такое бомбейское? Дайте я в кого-нибудь стрельну разок. Так, оружие. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть у меня классное оружие. Прям сзади меня. Ну чё, иди сюда. О, мне интересно, NPC в портал зайдет ко мне или нет? Сейчас, 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 мы проверим. Всё, вход идёт уже тяжёлое оружие. Сейчас, 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 так, сейчас, они подходят. Они подходят. Я в портал! Ах, блин! Да откуда? Ах ты, смотри какой. Ах ты, кишки из жопы. Я буду оружие брать. Да хватит меня убивать! Ах, так что ж такое? Они везде. Блин, они... Апокалипсис оружия я достал, пацаны, из кармана. Ой, не меня. Я тебе вообще пальцем не трону. Ну что, я всех убил? Нет. Нет. Еще не всех? А ну иди сюда. А, я сам себя дамажу. А, нет. Так, 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 кого еще? Говорю, не использовать читерское оружие. Серега, я правильно сказал? Да. Хотя сам используешь. Вот это они плодятся, смотрите. Как мухи. Ого! Вот это жесть, а мне нравится. Давно у нас не было в Аханале. Так, начинает падать FPS. Значит, хватит спамнить этих чокнутых. Давай, 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 давай. Есть. Ты спас мне жизнь. Ай, не до конца. Вот это там, ребята, мочилово идет. Ой, не то. А ну вы чё его трогаете? Ах ты жопа. Я живой, я живой. А, у меня нету этих шаров. Давай, мочи. Ай, блин, гранаты вонючие. Нормально, нормально. Ты видел, как их раскидало, как салюты? Да-да-да. Это было эпично, мне понравилось. Мочи-мочи, свисти стволок. Нет, она сейчас убьет.
Да что ко мне именно? Отвалите от меня! Ух ты, рядом! Догнала, догнала, не спорю. Опять за мной стрелишь. Ух ты! А ну еще, что-то слабо это было. А ну еще разок. Блин, так прыгай на крышу. Ого. Ого. Ну нафиг, я бегу. Да их так, это я что, столько штук поставил? Вот это оружие мне нравится. Ты что, эпичный взрыв? Ну я разозлился, если честно. Так. Хорошо. Пацаны, у кого есть этот холодильник, залазьте в холодильник. Холодильник? Да. Ой, все, ребят, бегите. Че, марионетки живы? А их дамажат, дамажат марионетки, я вижу. Они еще живы. Ого, прилетело кресло сюда, с офиса. Да как? Ого, еще раз. Чтобы уж наверняка. Серега, это точно, смотри, живые до сих пор. Да что такое, ядерная бомба их не берет? Давай еще разок, только Серега вдвоем одновременно. Сейчас, погоди. Скажешь, когда будешь готов. Я готов. Раз, два, три. Ну зачем, я хотел использовать карту. Не, нормально. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!